sera mieux qu'aujourd'hui, alors tu sacrifies ta vie en espérant que. Mais tes idées sont-elles vraiment tes idées ou des idées conditionnées qu'on veut inoculer? Yeah, 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 yeah. Toi et moi, nous ne sommes que des saints. Te faire acheter pour faire marcher la société, en as-tu besoin vraiment? Moi, je crois que tu ne sais pas ce que tu veux, alors tu crois les gens sérieux qui pensent pour toi. Ils ont besoin de toi et moi, qui ne sommes que des soldats de bois. De ce pas, on veut changer tout ça. Hey. Heureusement, tu as le droit de temps en temps de vivre comme tu l'entends, et quelques fois par an seulement. S'il n'y avait pas cette chance pour toi et moi, n'y aurait-il pas d'autre issue que d'aller dans la rue pour crier que toi et moi, nous ne sommes que des soldats de bois, et nous avançons à petits pas pour faire marcher tout ça. Oh, toi et moi, on ne veut plus d'un monde comme ça. On veut l'espoir, l'amour et la joie. On veut changer tout ça. Hey, toi et moi, on ne veut plus marcher de ce pas. On veut l'espoir, l'amour et la joie. On veut changer tout ça. Oh, oh, oh. Toi. Donne-moi une raison sur la terre, même si j'ai rien à y faire. Donne-moi deux yeux pour toucher la lumière, même au plus noir de l'enfer. Donne-moi trois pas pour marcher les déserts. Chaud l'été, froid l'hiver. Donne-moi quatre chances, au moins trois d'avance, pour voir la différence. On n'a qu'une vie, tu vois. Oui, on a juste une vie à la fois. Laisse-moi être un homme, pas un roi sans royaume. Laisse-moi être un homme. Laisse-moi être un homme, le contraire de personne. Tu seras en tout cas, tout comme la femme d'un seul homme. Donne-moi cinq jours.
sans retour, je le ferai durer toujours. On n'a qu'une vie, tu vois, et on a juste une vie à la fois. Laisse-moi être un homme, pas un roi sans royaume. Laisse-moi être un homme. Et tu seras en tout cas, comme la femme d'un seul homme. Что у вас, как вы сами считаете, идеальные зубы, а нет времени, выделите, потому что потом вам придется потратить во много раз больше этого времени. Спасибо, Михаил Анатольевич. Доктор Рамазанов, вот многие пациенты, как мы слышали по опросу, хотели бы, чтобы врач объяснял им, что он делает во время приема. И вообще входит в обязанности стоматолога давать пояснения о своей работе пациенту? На мой взгляд, входит до... В пределах каких-то границ. Это не значит, что нужно объяснять пациенту там методику, технологию там изготовления или те манипуляции, которые на данный момент там совершает. Там. На мой взгляд, конечно, нужно объяснять, что, во-первых, что будем делать вкратце и какие результаты приблизительно мы будем ожидать от наших манипуляций. Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Профессия врач». Гости нашей студии – главный врач стоматологической клиники «Твой доктор» Тамерлан Джаватханович Рамазанов и директор этой же клиники Михаил Анатольевич Римша. Ведет программу Марина Скатов. Продолжаем нашу беседу о профессии врачей-стоматологов и стоматологии вообще. Ну вот, как мы слышали в вопросе, практически все люди говорят о страхе перед посещением стоматолога. С чем это связано? Ведь современные технологии позволяют полностью обезболить процесс лечения зубов. Доктор Рамазанов. Наверное, это связано с тем, что в памяти у человека закладывается, как правило, первые посещения. Это все, что связано с детством. Первое посещение – это наверняка в детской какой-то клинике или в школьной кабинете стоматологическом сопровождались болевыми ощущениями, и вмешательство врача как таковое казалось… Культурный сигнал в определенной точке организма и получение соответствующего лечебного эффекта. Но на сегодняшний день это понятие шире. Данный метод стал использоваться и как диагностический. И эффективность данного метода на сегодняшний день превышает во много раз многие существующие методы терапии.
И как давно она признана в России? В России данным методом занимается с 56 года. После возвращения группы наших ведущих ученых из Китая, это во главе с Владимиром Габриевичем Ваграликом и другими. После того, как сформировались школы акупунктуры в Нижнем Новгороде, в Москве, в Казани, в Санкт-Петербурге, это появилась целая плеяда очень знаменитых впоследствии врачей и терапевтов, которые начали использовать этот метод в широкой практике. И около 10 лет назад у нас была принята, наконец-то, специальность по рефлексотерапии. И на сегодняшний день эта специальность узаконена в России. И во всех клиниках, во всех больницах имеют специалисты данной специальности, которые используют этот метод очень широкого круга больных. Ну, Вячеслав Борисович, во-первых, вам большое спасибо за упоминание Нижнего Новгорода в первых строках, потому что это мой любимый город. А сейчас я хочу спросить профессора Голубева, а как в Америке относятся к иглоукалыванию? И применяется ли оно в легальной медицинской практике? Американское здравоохранение весьма консервативно и очень недоверчиво относится к иностранным лекарствам, чужим или, точнее, не своим методам диагностики и лечения, а также к иностранным дипломам и званиям. Но к китайской медицине все это не относится. Она давно признана и принята в ряды легальных, то есть узаконенных американскими органами разделов здравоохранения. Это касается и лекарственной травотерапии, и углоукалывания, акупунктуры. Всему этому можно официально обучиться в 4-годичных колледжах по специальности китайская медицина и получить соответствующий лайсенс, то есть право на практику. Иглоукалывание как метод лечения распространен в Соединенных Штатах очень широко, хотя, не будем скрывать, определенный скепсис по отношению к нему со стороны врачей академической школы, специалистов в области классической медицины, тоже имеет место. В общем, как правило, к иглоукалыванию прибегают, когда лекарственная терапия не помогает или помогает частично. Чаще всего это касается заболеваний костей, суставов, периферических нервов, то есть артритов, артрозов, невралгии, невритов, мигрений. Нередко акупунктура применяется при депрессиях и других нарушениях центральной нервной системы, а также для лечения импотенции. Специалисты по иглоукалыванию работают и в госпиталях, и в многопрофильных медицинских офисах, и в специализированных офисах китайской медицины, которые имеют диагностические и терапевтические отделения. В общем, иглоукалывание полноправный и, повторяю, легальный, то есть выполняемый лицензированными специалистами, раздел современной медицинской практики. Большинство медицинских страховок оплачивает и траволечение по китайским рецептам, и иглоукалывание, хотя курсы лечения нередко бывают достаточно продолжительными. Спасибо, Даниил Борисович. Но вот даже ВОЗ в конце 70-х годов признал способность акупунктуры и восточной медицине медицина к лечению почти 4 дюжин общих болезней. То есть метод вполне почтенный. Но есть мнение, его высказывали и наши посетители на сайте. И вот Даниил Борисович упомянул, что этот метод применим, когда есть функциональное расстройство. А при органическом поражении он уже не помогает. Каково ваше мнение, профессор Любовцев? Мое мнение также совпадает с этим мнением, что действительно метод иглотерапии должен быть использован при функциональных нарушениях, в то время как при органической он может также быть использован, но как вспомогательный, как другим методом терапии. И надо, конечно, говориться, что органические нарушения у человека они всегда связаны с глубоким нарушением и функциональных систем. Поэтому данный метод должен быть использован. А ваше мнение, доктор Кочетков? Ну, я несколько шире смотрю на предмет. Я вообще думаю, что существенных противопоказаний, каких-то серьезных противопоказаний для метода вообще нет. Можно лечить все, потому что, когда мы говорим об органике, если мы подразумеваем, например, артроз, ну да, конечно, он останется, как он есть. Но если мы говорим, чтобы этот артроз не прогрессировал, то есть он не обострялся, то почему бы это не использовать? Когда мы говорим об опухоли какой-то злокачественной, ну да, конечно, разумнее ее удалить, если это еще возможно. Но если это уже невозможно, то когда как-то скомпенсировать, стабилизировать процесс, то можно, я вообще этим занимался, хотя это не совсем законно. Ну, даже так. А надо сказать, что с профессором Любовцевым я познакомилась на защите очень интересной докторской диссертации, посвященной сравнению тактик ведения ортопедических больных методами иглотерапии, лазерной акупунктуры и КВЧ-терапии.
И надо сказать, что председатель комиссии призвал вас, профессора, и вашего докторанта выйти из-за китайской стены и объяснить народу, что же все-таки это такое, ци. Но вам, как представителю строгой науки, наверное, не очень уместно начинать такой разговор. Я думаю, вы его продолжите. А сейчас я скажу, что у доктора Кочеткова есть своя очень оригинальная, интересная концепция вот такого перевода философии китайского лечения на современный язык. И он, надеюсь, нас постарается с ней познакомить. Вам слово, доктор. Ну, вообще, вокруг всех восточных вещей, в частности, вот вокруг традиционной китайской медицины, как ее называют, хотя я бы предпочел сейчас называть это медициной системой или системной медициной, существует много всякой мифологии. Ну, причины там разные, это не в этом дело. А вот начинается все с того, что всегда все начинают говорить, вот есть некие элементы, например, там дерево, огонь, земля, металл, вода и так далее. Я всегда задаю вопрос, а что это такое? Что это такое? Что, в общем, с этим делают? И, как правило, в общем, ответа не получаю. На самом деле, просто, видимо, тогда таких слов, как мы сейчас употребляем, значение этих же самых терминов, таких как материя, энергия, пространство, время, информация, в общем, мы сейчас об этом говорим, а тогда об этом не говорили. Мы назвали это по-другому. Назвали дерево, огонь, земля, металл, вода. Но на самом деле имели в виду. На самом деле имели в виду именно вот эти вещи, но назвать было неважно как, поскольку, в общем-то, мы сейчас и точных определений дать этим понятиям не можем. По одной простой причине, что они, в общем, не существуют сами по себе, по отдельности. Хотя мы все время говорим, который час, или мы говорим об энергии, или мы говорим о информации, а в сущности, вот отдельно от других этих пяти вещей, они не существуют. Поэтому китайцы ввели очень такой термин, который в европейской культуре, в общем, отсутствует. Этот термин называется ци, или чи, или ки, в разных переводах по-разному. Вот у нас это так с легкостью перевели как энергия, и, в общем, все время теперь говорят разговор энергии, информационно-энергетический комплекс и так далее. На самом деле ци – это как раз есть совокупность вот этих вот категорий – материи, энергии, пространства, время, информации. Ну, это здорово, но почему эта ци циркулирует в человеке, почему на нее можно повлиять? Почему она видоизменяется? На самом деле ци, в общем, нигде там особенно не циркулирует. Она, в общем, все, любой предмет, который вы возьмете, ситуацию, явление, все что угодно, человека в том числе, все явления природы, это есть ци. Просто соотношение этих качеств или этих категорий, о которых мы говорим в китайском значении, это дерево, огонь, земля, металл, вода, в европейском понимании это материя, энергия, пространство, время, информация. Вот каждая вещь, она вот несколько иначе состоит из этих самых вещей, поэтому ци вот по-другому выглядит. Для нас это вот разные предметы, а по сущности это тот самый ци и есть. Поэтому, когда мы воздействуем, укалываем ту или иную точку, мы воздействуем, в общем, на эту самую ци. Если нужно, мы ускоряем обменные процессы. Опытный врач не вообще в организме, а в каком-то конкретном органе, или даже в какой-то части органа, или в части какой-то системы может это сделать. Или, например, нам нужно, так сказать, нормализовать частотные характеристики. То есть любой орган, вообще любая клетка, как известно, излучает, вот, патологическая, она излучает не так. Нормальный доктор, который владеет методикой, он вообще видит, какие ткани или какие части ткани, прям слизистый желудок, или даже, можно сказать, антральный отдел. Вот там по-другому. Скорость обменных процессов в этой части иная, частотные характеристики иные, форма обменных процессов несколько другая. То есть я говорю уже о физических категориях этой самой ци. То есть когда мы переведем, скажем, что любая вещь, явление, ситуация имеет форму, имеет ритмические структуры, имеет энергетический потенциал, имеет скорость перемен, ну, все становится понятно. Вот когда в том же самом натуральном отделе, если мы видим на слизистой какие-то изменения, это вот я, например, смотрю по пульсу. Все, я знаю, надо уколоть вот эту точку. Ее, кстати, тоже смотришь по пульсу. Скорость нормализуется, частотные характеристики нормализуются, ну и так далее. Вот и все. В этом все и вся хитрость. А вы, профессор Львовцев, что думаете по этому поводу? Ну, здесь я с доктором Кочетковым, конечно, можно обсуждать эту тему долго. Вот, если говорить о материальных вещах, значит, которые на сегодняшний день подтверждены наукой, практикой, то необходимо сказать, что весь организм существует как бы не сам по себе, а существует в тесном взаимодействии с внешней средой. И это взаимодействие у нас осуществляется через кожные поверхности, в частности, через точки акупунктуры и наши органы чувств. Все органы чувств, которые нам известны, обоняние, осязание, это, другие пять органов чувств, они реагируют на изменения внешней среды, быстро реагирующие. А вот точки акупунктуры, они реагируют на медленно изменяющиеся условия внешней среды, и они обеспечивают тот необходимый гомеостаз организма, на фоне которого разыгрываются все последующие реакции. И вот этот гомеостаз организма, он должен быть адаптированным к конкретному внешним условиям.
И вот если это, значит, какая-то, значит, точка акупунктуры, которая посылает непрерывно, через которую поступает непрерывная информация, выключается, а выключение это нарушение ее электропроводных свойств, то нарушается внутренний гомеостаз организма. И в ответ происходит нарушение всех тех процессов, о которых говорил доктор Кочетков. Значит, там нарушается обменный процесс, там нарушается кровообращение, там может все что угодно быть. Хотя следствием изменения в точке акупунктуры являлось и изменение со стороны внутренней среды. То есть изменение в точке акупунктуры, оно происходит в результате воздействия на организм чрезмерных всевозможных факторов. То есть получается, что точка акупунктуры – это некое окно, через это, которое, да, мы видим, это, и через которое нас видят. Безусловно. И вот если это окно нормально проводимо, то человек, внутренние органы, прекрасно адаптированно работает, согласованно с внешней средой. Если оно затемнено или вообще закрыто… Или запачкано до безобразия. Запачкано, можно и так сказать. То, конечно, происходит нарушение внутреннего гомеостаза организма, и в последующем развиваются те или иные изменения. Значит, все эти процессы, они осуществляются всеми нами известными висцеро-кутано-кутано-висцеральными рефлексами. Но... Профессор, я не могу сказать, что вот всем нет, нам, нет, широким слушателям, но, известны, значит, эти кроме рефлексы. Этого, понятие акупунктуры довольно намного шире, чем рефлексотерапия, и поэтому, значит, имеется в точках акупунктуры и другая система регуляции ткани. За счет системы точек акупунктуры происходит регулирование регенераторных процессов в организме. То есть в организме непрерывно идут процессы дегенерации и регенерации. Если точки акупунктуры в норме работают нормально, то регенераторные процессы успеваются процессами дегенерации или их опережают. И в таком случае человек развивается. Как только нарушился этот процесс, то в органах наступают дистрофические изменения и в конечном итоге нарушение их функций и в последующем развитии органических изменений в этих органах. Спасибо, профессор. Но сейчас пришло время напомнить, что вы слушаете программу «Радио Свобода. Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, участвует профессор Вячеслав Любовцев, профессор Данил Борисович Голубев, врач Владимир Кочетков, и мы говорим об иглоукалывании. Доктор Кочетков, вы хотели что-то добавить? Я вообще, если когда мы заговорили о точках, если уж мы заговорили о точках, у меня всегда возникает вопрос, а что это такое? Вообще, насколько мне известно, никто этого объяснить полноценно не может. Я бы это назвал просто такой маленькой микропрограммой или микрочипом, который вот сейчас существует. То есть, вообще, говорить, если на компьютерном языке, то это более понятно слушателям. Всегда представлял человека как некий набор программ. Скажем, один орган, скажем, та же самая печень. В анатомическом смысле, в физиологическом, в психологическом. Это система, которая отвечает за энергетический потенциал в организме. Вот. У меня там есть за мощность, да? За мощность, за мощность, за силу, да. Там, например, система, скажем, желудок или поджелудочная железа, селезенка, в китайских терминах, естественно, не отвечает за скорость обменных процессов. Вот. Есть определенные точки, то есть это как клавиатура компьютера, каждая точка. Если знаешь, на какую-то клавишу нажать, то, в общем, получаешь соответствующий эффект. Поэтому, когда мы говорим о рефлексах, это, конечно, вот издержки, так сказать, академической медицины. Вот надо назвать так, потому что как бы это знакомо. На самом деле ничего общего с этим это не имеет. Поэтому я бы не согласился все-таки с таким понятием, что вот органы чувств быстро реагируют, точки медленнее. На самом деле это большой вопрос, кто как реагирует, а кто как быстрее. Вообще причины заболевания, по-моему, все-таки возникают не от, в меньшей степени от внешних воздействий, а больше от внутренних причин. Ну, в общем, достаточно часто говорят, что все болезни от нервов, а нервы, безусловно, внутри. Но я думаю, что интересно на самом деле выяснить физиологическую все-таки основу того, что происходит и в этих биологически активных точках, и в меридианах, потому что здесь как-то вот более комфортно чувствует себя западный разум, да, когда мы можем представить себе, что вот эти ионы пошли сюда, эти туда, там клетки между собой обменялись информацией в виде химиорецепторов и химических веществ. То есть это как-то логичнее для нас. Хотя, может быть, это тоже только один из вариантов видения мира, а у китайцев просто другой. А вот я хотела бы действительно вот про физиологию спросить. Вячеслав Борисович, ведь есть же, наверное, какие-то исследования, чем вот на физиологическом уровне эти биологически активные точки отличаются от окружающей кожи? Безусловно, исследований на сегодняшний день очень много. И показано, особенно специалистам по биофизике, что точка акупунктуры, она отличается значительно от кожной поверхности с сниженным электрокожным сопротивлением и высоким биопотенциалом, повышенной электроемкости.
То есть конкретно физическими методами может это все быть зарегистрировано. Далее было четко показано, что в ответ на изменения со стороны внутренних органов происходит изменение этих биофизических параметров, и четко зарегистрировано, что в ответ на первичный повреждающий фактор происходит одна реакция, то есть акупунктура, электродермальная реакция меняется в сторону снижения лейкокожного сопротивления. В последующем, если фактор быстро убран, повреждающий, то точка возвращается в свое исходное состояние. Если не убран, то происходит изменение в точке акупунктуры, биофизические параметры становятся у нее, она становится, электропроводность у нее нарушается, она становится, значит, или большая электропроводность на положительной полярности, или на меньшей полярности. То есть положительной... не всегда точка меньше, да, электропроводности. Нет, иногда она бывает меняет, больше. Меняет ее электропроводность на разных токах, на разных, на положительном или отрицательном токе. И в последующем происходит как бы блокирование этой точки акупунктуры, и она становится электроаномальной. То есть через точку акупунктуры не протекает электрический ток. То есть в норме показано, что через точку акупунктуры всегда протекает электрический ток в пределах 5,5-11 микроампер. Как только возникло заболевание, этот ток увеличился. Значит, в норме он все время колеблется, но в определенном физиологическом коридоре. Дальше он снижается, потом вначале повышается ток в привозном заболевании, и при хроническом прохождении ток через точку акупунктуры прекращается. Очень это имеет огромное физиологическое значение, так как этот ток является основным информационным током, информационной вот составляющей для последующего запуска кутано-висцеральных рефлексов и раздражения тех тканей, которые находятся в области точки акупунктуры. Еще я читала, по-моему, у Новинского, что при гистологическом исследовании точек акупунктуры там заметно какое-то аномальное строение соединительной ткани. То есть там волокна расположены не просто, а вот как бы какая-то такая паутинка из шестигранничков. То есть даже и на уровне клеток это немножко по-другому устроено, чем вся остальная кожа. Первые исследования были проведены, там показано было, что имеется рыхлая соединительная ткань. Вот, но в то же время многие исследования были проведены в последующем Чувильской, Любовцевой, которые показали, что в точке акупунктуры это многофункциональная гистоморфологическая структура, содержит очень много элементов клеточных, это тучные клетки опут-системы, которые содержат биологически активные вещества, и эти вещества имеют огромные влияние на организм и конкретно на органы. А исследование Ахмерова было показано, что в точках акупунктуры содержатся клетки эмбриональной такой ткани, которая содержит информацию о той, тех, значит, тканях, с которыми эти точки акупунктуры были в эмбриогенезе связаны. И при раздражении этой ткани происходит выброс так называемых индукторов, которые заставляют делиться тот орган, ускоряется процесс отделения того органа, и тем самым обеспечивается процесс регенерации конкретного этого органа. Спасибо, профессор. А я хотела бы спросить нашего медицинского эксперта, профессор Голубев, а в Соединенных Штатах были какие-то вот попытки философского объяснения или перевода понятий китайской медицины на современный английский медицинский? Я не могу похвастаться сведениями о каких-то сенсационных открытиях в этом вопросе. Но что очень заботит американских специалистов, это достоверность существования этих специфических точек и возможность объективной проверки эффективности самого метода. Вот одним из препятствий существенных на пути решения этого вопроса была невозможность подобрать адекватный плацебо контрольный метод, который бы специфически оттенял результативность акупунктуры. И вот в последнее время, кстати, в Норвегии такой метод был широко применен, а именно акупунктуру классическую проводили на группе больных, скажем, с шейным радикулитом и с заболеваниями плечевого сустава. И на такой же равновеликой группе наносились эти же самые уколы, но в одном-двух миллиметрах от выбранных специфических точек.
Спасибо, профессор. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Ваше здоровье», посвященную акупунктуре. Гости московской студии сегодня профессор Вячеслав Любовцев и доктор Владимир Кочетков. По телефону из Нью-Йорка в нашей программе принимает участие профессор Даниил Борисович Голубев. Ведет программу Ольга Беклиничева. И мы продолжим после краткого перерыва на «Сводку новостей». В эфире программа «Ваше здоровье». Мы продолжаем наш разговор об иглоукалывании и о проблемах понимания феномена биологически активных точек и меридианов в современной медицине. Ведет программу Ольга Беклиничева. Принимают участие врач Владимир Кочетков, профессор Вячеслав Любовцев, по телефону из Нью-Йорка профессор Даниил Борисович Голубев. А сейчас Алексей Кузнецов нас познакомит с медицинскими новостями от Евгения Муслина. Исследователи из университета Дюка в Северной Каролине пришли к выводу, что курильщики, бросившие курить к 35 годам, могут прожить такую же долгую и здоровую жизнь, как и те, кто вообще никогда не курил. Доктора Тейлор и Оздвой обследовали состояние здоровья и курительные привычки более чем 20 тысяч человек и через несколько лет вновь повторили такое обследование. Статистическая обработка собранных данных показала, что у курильщиков продолжительность безболезненного периода жизни была почти всегда ниже. Однако у людей в возрасте от 30 до 45 лет, бросивших курить по крайней мере за 15 лет до первого обследования, состояние здоровья в последующие годы не ухудшалось по сравнению с некурящими, и продолжительность их жизни не сокращалась. В заключении доктор Тейлор подчеркивает, что для полной ликвидации последствий курения необходимо бросить курить еще до возникновения серьезных медицинских проблем. «Вы не можете тянуть до инфаркта», — говорит он, — «и надеяться, что здоровье восстановится полностью». С 1 июля американские больницы станут более безопасными для больных. Специально разработанные процедуры проверки помогут предотвратить грубые хирургические ошибки, когда операцию делают не тому, кому нужно, или удаляют не тот орган, который следует. В 1995 году одному больному, например, ампутировали здоровую ногу вместо больной. «Такие ужасные вещи не должны больше повториться», говорит доктор Деннис О'Лири, возглавляющий специальную комиссию по борьбе с медицинскими ошибками. Хотя процент подобных ошибок очень мал, избежать их полностью очень трудно, ведь в США ежегодно делается более 70 миллионов операций, причем многие из них в срочном порядке. Так что перепутать больного, выхваченного из ждущих очереди на носилках, или взглянуть на рентгеновский снимок, поставленный вверх ногами, вполне возможно. Среди рекомендованных процедур – сознательное участие самого пациента в проверке намерений хирурга, обязательное нанесение врачом несмываемых меток на коже в области операционного поля, четкая идентификация личности пациента непосредственно перед операцией и так далее. Если перечисленные меры не приняты, доктор О'Лири советует самому больному перед тем, как подвергнуться анестезии, потребовать их неукоснительного выполнения. Чрезвычайно популярная и распространенная сейчас в Америке и некоторых других странах низкоуглеводная диета наносит огромный ущерб здоровью людей, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне представитель Института онкологических исследований Джеффри Принс. Овощи, фрукты, бобовые, пища, богатая грубой клетчаткой и состоящая в основном из углеводов, снижает риск раковых и сердечных заболеваний, инсультов, диабета и многих хронических болезней, тогда как низкоуглеводная диета, наоборот, повышает такой риск и может повредить почкам и печени, сказал он. Пресс-конференция была организована американскими общественными организациями, пропагандирующими здоровое питание и призвавшими Федеральное управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств, а также Министерство сельского хозяйства США, срочно опубликовать соответствующие рекомендации для широких кругов населения. И мы продолжаем нашу программу. У нас уже есть звонок в студии. Давайте ответим. Это звонит Александр из Москвы. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Добрый день. Мне бы хотелось задать два вопроса по теме. На полусловии оборвалась информация о том, что показал плацебо-пунктурный тест. Это вопрос первый. А вопрос второй состоит вот в чем. Это личная заинтересованность. Применялось ли, делались ли попытки применять иглоукалывание при синдроме Слюдера? Если да, то каковы результаты? Спасибо, жду ответов по двум вопросам. Спасибо, Александр. Как раз я хотела дать слово профессору Любовцеву по поводу плацебо-эффекта. Значит, плацебо-эффекта действительно это очень важно было определиться. И были приглашены специалисты по акупунктуре и люди, которые никакого отношения не имели к иглоукалыванию. И тем и другим делалась, значит, процедура больным. Но
эффект оказался одинаковым. И было вначале было принято решение, что метод иглотерапии, как вот в том понимании, в каком он рассматривается в Китае, неэффективен. В то время как эффект был достигнут в обоих группах, примерно одинаковый. Но по выяснению отдаленных результатов, выяснилось, что если было использовано с учетом меридиональной системы, то эффект от проводимой процедуры оказался устойчивым, и в последующем пациент выздоравливал. В то время как тем лицам, которым кололи вне точки акупунктуры, у них постепенно все вернулось на исходный уровень. Вот. Можно вас попросить, Александр, еще раз назвать ваш синдром? Извините, у нас уже обрыв связи. Я, к сожалению, не записала. Я, к сожалению, тоже не знаю этого вопроса. Приношу свои извинения вам, Александр, на следующий звонок. Анна Владимировна из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. У меня вопрос к присутствующим. Может быть, они знают об этом кое-что. Может быть, это будет новостью. И в связи с этим предложение. Я в свое время, лет 10-15 назад, разговаривала с врачом по национальности китайцем, который потомственный врач вот этой так называемой нетрадиционной медицины. Мало этого, он закончил свою национальную академию еще в Китае. И сейчас он находится у нас здесь, в Петербурге. Но, к сожалению, я потеряла его адрес, концы, так сказать. И он мне объяснял, что в этих семьях потомственных китайских врачей обучаются диагностике по пульсу. Ребенок с самого младшего возраста, когда он еще играет в песочнице, примерно до 7-8 лет. Поэтому он говорит, когда присылаются ваши студенты или аспиранты, или врачи к нам в Китай для обучения этой системе, это уже бесполезно, ибо вот эта тактильная способность подушечек вот у ногтей, у пальцев, она меняется, и так же, как бесполезно в 13-15 лет учить ребенка начинать скрипки, чтобы он стал профессионалом, так бесполезно учить ваших студентов и врачей. Это огромное количество пульсов, не то, которое записано в некоторых книжечках, руководствах и так далее. Спасибо, Анна Владимировна, вы поняли. И как раз вот доктор Почетков, который все свои процедуры ведет под контролем пульсодиагностики, я думаю, может поделиться своим мнением по затронутой теме. Как вы считаете, можно взрослого западного врача научить пульсодиагностике? Конечно, можно. Дело в том, что вообще школ и методика много разных. Верно, вот так как китайцы учат, или есть индийские методики, или тибетские варианты. Они клинические, то есть там вот синдром и определенный пульс. Так да, так, конечно, надо учить долгие годы и так далее. А то, что, чем занимаюсь я, она вот такая информационная, я бы сказал, вот она очень близко похожа на работу с современным компьютером. Это я вот глубоко убежден. Ну, может быть, уж не всех, но большую часть, если грамотный нормальный доктор, его за небольшой срок можно вполне обучить смотреть нормальный пульс. Это вот такая легенда, которая существует, что вот типа вы, как бы европейцы, для вас это недоступно. А я считаю, что есть такие архетипы в культуре, которые понятны для всех одинаковых, поэтому они сохраняются. Мы же смотрим фильмы, например, китайские или американские, мы же понимаем, как люди переживают и что они испытывают. Вот это то же самое. То есть, есть вещи, понятные всем. Другое дело, что вокруг много легенд, и, в общем, товарищи даже не очень любят с этими секретами расставаться, хотя там секреты очень такие очевидные, там на самом деле никаких сложностей нет. Другое дело, что да, вот не принято у нас, как-то вот это не используется. Я вообще считаю, что говорить об акупунктуре, иглотерапии без знания пульса, в общем, несерьезно, вот с моей точки зрения, просто несерьезно. Потому что если человек не знает пульс, мне кажется, ну, можно, конечно, ставить, поэтому возникает такой вопрос, вот по точкам, мимо точек, это вот такие... Ну да, наука этим вынуждена заниматься, там надо как-то верифицировать, надо как-то подбирать, а в практике, в практической работе я не обязан следовать, я должен давать результат. Спасибо. И, кажется, вернулся на линию Александр из... А нет, это другой Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Во-первых, хотелось бы поддержать вот последнее мнение вашего врача, поскольку нужно искусство переводить в западную рациональную науку.
А что касается, вот, скажем, сказать, здесь две стороны, как мне кажется, не заинтересованы. С одной стороны, китайцы, которые, ну, которые по поводу вот этих вот секретов, по поводу собственного искусства, эксклюзивности и сакральности всего этого. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, не заинтересована наша традиционная медицина академическая с парадигмой хирургии, которую я категорически не приемлю, считаю ее абсолютно бесперспективной в дальнейшем развитии медицины. Вот хотелось бы узнать, возможно ли сочетание и акупунктуры с другими, с консервативным лечением, проводились ли такие исследования, и насколько я понял, что достаточно мало статистики по этому делу, и хотелось бы узнать, почему, во-первых, этой статистики так мало. Вот профессор Голубев говорил, что в Норвегии, да, если я не ошибаюсь. Да-да. Александр, спасибо, понятен ваш вопрос. Вячеслав Борисович, профессор Любовцев, ответьте, пожалуйста. Почему мало статистики? Нет, как раз статистики очень много, и на сегодняшний день рефлексотерапия, акупунктура используют очень широко, и используют не в единственном, как мономеходе, а, как правило, в сочетании с многими другими методиками. Отрабатываются показания, противопоказания этого сочетания. И разумно и правильно, конечно, использовать это в сочетании, в определенных сочетаниях, так как изменения, которые имеются во внутренних органах, они требуют и других методов терапии, а акупунктура, она производит изменения, прежде всего, в точках акупунктуры и восстанавливает нормальный, измененный энергообмен в этих органах, но в то время, как и все остальные методы, особенно фитотерапия и другие методы, гомеопатия и другие методы, они также могут быть использованы у больного, и только это в пользу больного. И доктор Кочетков хотел что-то добавить. Надо вообще сказать, что проблема-то как раз, в общем, не в самом методе как таковом, то есть не в том, что колешь человека или даешь ему какое-либо лекарство, а проблема, в общем, мировоззрения, философии. То есть вот если, когда я работаю по пульсу, мне, собственно, все равно, какой способ использовать в качестве терапии. Можно дать лекарственный препарат любой, гомеопатический, аллопатический, фитотерапевт, пищевую добавку, неважно, можно подобрать диету. Просто посредством укалывания эффект достигается быстрее и точнее. А потом, да, потом ты говоришь, вот вам желательно, смотришь опять же по пульсу, желательно вот на какое-то время воздержаться от таких-то продуктов, а такие-то применять. А еще надо попить вот такую-то травку, а еще вот такое-то, какое-то лекарство. Вот, это вот совсем другой, то есть другой уровень. Это не просто, то есть вот мы берем, укалываем иголки. Просто таким путем быстрее возникает. Если ты используешь терапевтические мероприятия как с лекарственным препаратом, то это обычно месяц, два, три, полгода, то, как правило, акупунктура все-таки достигает в течение 2 недель. Какого-то эффекта. А потом уже вы можно. Вы имеете в виду и даже вот такие сложные сочетанные. Сложные, обязательно сочетанные, но не обязательно в смысле сочетанные. Просто вот у нас, как всегда, существует в мединституте, начинается с чего? Лечите больного не болезнь. А когда ты его заканчиваешь, тебя все спрашивают, а вы кто по специальности? А какие болезни вы лучше лечите? Ну привет. Давайте все-таки мы будем говорить о больном человеке. А так сейчас вот у нас разделение. Это такой специалист, это такой специалист, это такой. Наука занимается чем-то совершенно далеким от практики. А вот в моем понимании вот этого способа или метода лечения, как хотите, универсальность. Универсальность, да. И к вопросу об иголках. Насколько я знаю, сейчас на эти точки биологически активные действуют не только иголками, но и лазером, и высокими частотами, и низкими частотами, и теплом. Вот что-то из этого лучше действует, чем иголки, или хуже? Вячеслав Борисович. Значит, проведенные последние исследования показывает, что изменения, которые возникают в точках акупунктуры, требует различного вида воздействия на эти точки акупунктуры. То есть в зависимости от болезни можно либо иглой, либо теплом, да? Степень несколько увеличивается, то лазеропунктура может быть использована в следующей стадии, электропунктура в следующей стадии, когда точка становится изолятором. Рекомендуется, и проведенные исследования показывают, что она в большей степени нуждается в иглотерапии. Если и дальше стадия, то в дизиотерапии, то есть в прогревании этих точек. То есть в каждом конкретном случае, на каждую конкретную точку нужно выбрать адекватный для данного состояния, для этой точки, вид воздействия. Вот только в этой ситуации
мы можем получить максимальный терапевтический эффект. Здорово. На самом деле я должна напомнить, что профессор Любовцев представляет у нас Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии. Так что для тех, кто заинтересован, пожалуйста. И у нас уже много звонков в студии. Из Москвы звонит Татьяна. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Будьте любезны, мне нужно вот знать ваше мнение о правильности вот такой диагностики. Я свою бабушку повела к гомеопатическому врачу, врачу по гомеопатии, просто провериться. И вот он при помощи такой палочки с иголочкой втыкал вот моей бабушке в ногти, тут же смотрел на прибор, как прибор что показывает, и этот прибор соединен, естественно, с этой палочкой, и тут же говорил диагноз. Но самое интересное, что где-то 3-4 пункта вот этого диагноза совпадали, что у бабушки, что у моей знакомой, которая порекомендовала его. Вот ваше мнение, я не знаю, как это называется, прибор, но вот он похоже на иголочку. Спасибо, Татьяна. Может быть, это диагностика по фолио? Да, это больше всего вероятность, что это была, да, диагностика по фолио, но там, конечно, никаких иголок никуда не вводят. Там есть щуп, и щупом в области ногтевой фаланги пальцев, рук, ног, значит, производит давление влажным методом и по показаниям прибора оценивает функциональное состояние внутренних органов. И еще что же можно сказать, Татьяна? Вот в 59-м году немецкий врач Фуль открыл просто очень интересный феномен какого-то сродства лекарственных веществ и вот акупунктурных точек. То есть можно было положив лекарство на определенные точки, определить, насколько организм на них среагирует. И вот в процессе развития этого открытия возник вот такой метод лечения и диагностики по фолио. В определенном смысле это вот дальнейшее развитие иглоукалывания, то есть вот уже западные пошли рассовершенствование китайского метода. И доктор Кочетков хотел добавить. Я бы хотел добавить, что вообще все эти методики, они, конечно, имеют право на жизнь, но смотря их с чем сравнивать. Вообще, по-хорошему, любой нормальный доктор, поговорив с пациентом, уже может поставить определенное количество диагнозов. Это понятно. Для этого совершенно не обязательно в какие-то точки что-то какими-то щупиками. Проблема не в том. Проблема, что с этим делать дальше, как это лечить, как это заниматься терапией. Вот по поводу, я хотел бы вернуться к тому, что какой способ воздействия на точки. Когда мы используем лазер или что-либо другое, или тепло, мы, в общем, определенным образом влияем, нечто вводим, некую информацию. А когда ты укалываешь человека иголкой, ты в сущности только регулируешь его. Просто регулируешь. Организм все делает сам. Это вообще большой плюс. Да, это не инвазивность метода. Ну, иголку вводишь, но это не суть. А по поводу вот подбора лекарственных препаратов, вот если сравнивать эти методики с пульсодиагностикой, в хорошем смысле этого слова, то это вообще примитивные вещи. Ну, у нас еще следующий звонок в студии. Андрей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Да? Я вот хотел узнать, можно ли с помощью иглоукалывания вылечить глазное заболевание, такое как пигментная дегенерация сетчатки обеих глаз? Спасибо. Вячеслав Борисович, что вы по этому поводу думаете? Я думаю, что с помощью метода иглотерапии подобное заболевание вылечить невозможно. Да, оно скорее относится к органическим поражениям. Тут уж... Здесь необходимо обращаться к офтальмологу. Я еще раз вот хотела бы обратить внимание наших слушателей на то, что вот реальные методы, имеющие отношение к медицине, к терапии, а не к знахарству, они никогда не обещают помочь всегда всем за 5 минут. Это не есть аналогия с какой-то волшебной пилюлей, выпил один раз и здоров всю жизнь. Нет, это вот один из путей к здоровью. И, на мой взгляд, очень перспективный, потому что действительно он максимально, то есть минимально возможным способом как-то вот загрязняет наш организм, повреждает его. И вот один из слушателей говорил о хирургии. При всем уважении, но это действительно тяжелое вмешательство в жизнь нашего организма. Если в хорошем смысле, на хорошем уровне, когда мы относимся к медицине как искусство, то акупунктура – это вообще лучший, с моей точки зрения. Конечно, каждый отстаивает свое, но тем не менее. Лучший, потому что он позволяет очень много. Просто, к сожалению, он, в общем, в процессе жизни в нашей стране вообще он дискредитирован, сколько используется, не совсем точно. Но на самом деле возможности колоссальные. На самых разных уровнях, самые разные патологии.
Ну, просто вот наука как-то не очень к этому относится. Но вот профессор Любовцев готов возразить. Нет, это я согласен полностью, что в акупунктуре очень много искусства. Действительно, здесь обязательно, чтобы врач системно мыслил. Вот, и наука на сегодняшний день очень широко изучает механизм акупунктуры. И у нас в Российском научном центре восстановительной медицины и курортологии каждый месяц происходит защита по работам, которые выполнены с использованием акупунктуры. То есть мы довольно-таки интенсивно и широко этим вопросом занимаемся. Это, конечно, еще кроме того, Владимир Борисович, вы вот тут стесняетесь в эфире сказать, но вы мне рассказали до эфира о том, что, к сожалению, действительно это так, что в России из-за того, что просто даже назвали неудачно ни иглоукалывание, а рефлексотерапия, метод некоторое время был искусственно зауженный, поэтому вот многие вещи выпали. Безусловно, рефлексотерапия не полностью охватывает все возможности данного метода и, конечно, ограничивает в определенной степени его даже с точки зрения изучения этого метода. Поэтому, конечно, надо рассматривать метод с изучением корней возникновения этого метода. Вот, и рассматривать акупунктурную систему как мощную систему, обеспечивающую жизнедеятельность нашего организма. Вот. И у нас следующий звонок в студии. Это Владимир Сергеевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, вот, пожалуйста. У меня есть вопрос такой, во-первых. Вот как вы представляете, скажем, обучение и аттестацию специалиста, скажем, там, по пульсодиагностике с использованием богатства словесного, ну, любого языка? Это первое. И второе, вот, насколько я помню, вот первая книжка Ваграликов, вот, отца и сына Ваграликов, да? Вот, она вышла в Волговятском издательстве. Вот. И никто из тех, значит, медиков, с которыми я, значит, имел, значит, какие-то контакты, об этой книжке даже не знали. Спасибо. Спасибо, Владимир Сергеевич. Но я как раз подчеркивала, что вот первым был назван Нижний Новгород, как раз родина доктора Вагралика, как отца не только Вагралика-младшего, но и Нижегородской школы рефлексотерапии. Ну, тогда, на самом деле, просто не было такой, наверное, рекламы могучей, чтобы все сразу узнали о выходе замечательной книжки. А так-то, в общем, насколько я знаю, рефлексотерапевты ее читали всегда, правда, профессор Любовцев? Ее, конечно, это была самая первая книга, и она на сегодняшний день, и тогда, и на сегодняшний день является настольной книгой практически всех рефлексотерапевтов, так как содержит максимально такой интересную достоверную информацию, которая работающая эта информация. Это первое. Второе, значит, насчет преподавания по пульсовой диагностике. Вы совершенно правы, что очень сложно преподавать пульсовую диагностику, и на сегодняшний день пульсовую диагностику не преподают нигде в России. Вместо пульсовой диагностики на сегодняшний день широко используются инструментальные методы диагностики, которые частично заменяют эту пульсовую диагностику. Это такие методы, как методика Акабана, теста Диадораку и аурикодиагностика. Вот, но в основном системными тестами является методика Акабана, результаты которой сопоставимы с пульсовой диагностикой. Это широко сейчас используется, создана аппаратура, и обучение ее довольно-таки простое. Спасибо, вот. Профессор. А вот я знаю, что Владимир Кочетков имеет свою точку зрения по этому вопросу. Он считает, что можно научить пульсодиагностике широкие массы практикующих врачей. Не так ли, Владимир? Я бы так мечтал, что вообще любой участковый врач владел бы этим методом. Это, в общем, с моей точки зрения, очень просто. Никаких тут сложностей на самом деле нет. Мифов много, да. Вот. Если бы каждый доктор это умел делать, ну, я не знаю, колоссальное количество. Просто экономический эффект был большой, если говорить уже опуститься на грешную землю. Ну, а вот как ее преподавать? Преподавать просто нужно, чтобы кто-то ее знал. Вот, например, я бы это смог сделать, как мне представляется, естественно. Но, тем не менее, мне кажется, ничего тут сложного нет. Любой врач, если ему нормально это объяснить, он быстро это все усвоит. Никаких тут секретов нет, никаких особых сложностей нет, никаких безумных способностей вообще тоже не нужно. Совершенно нормально, можно это делать. Но я призываю, другое вот дело, прямо как в эфире. Это, другое прямо дело, в эфире, как юридически это обосновывать. Прямо в эфире призываю профессора Любовцева, пользуясь положением главного врача и профессора, да, провести некоторый эксперимент, дать группу студентов доктора Кучеткова, ну, и посмотреть, насколько быстро они научатся. А мы потом это все пожалуйста, я сам на пульсовой диагностике много лет занимался, и понимаешь, насколько это сложно и трудно.
У нас есть следующие звонки в студии. К сожалению, вот у меня тут что-то с компьютером, поэтому я не могу назвать имя тех, кто звонит. Но здравствуйте, вы представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Алло. Да-да, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Виталий Дмитриевич. Виталий. Я больной инсультом, третий год. Правая рука не работает немножко, кисть не работает. У меня вопрос, можно ли с помощью укалывания привести ее в действие? Спасибо, Виталий Дмитриевич. Кто-то из докторов хочет ответить? Профессор Любовцев. Значит, уважаемый... Виталий Дмитриевич. Виталий Дмитриевич. При возникновении инсульта использование иглотерапии не только показано, а очень даже показано. Но самое главное, как можно быстрее. Надо начинать не менее чем через 2-3 месяца проводить лечение методом иглоукалывания. У вас уже прошло несколько лет, и вероятность восстановления полного, конечно, не очень высока, но тем не менее одним из методов терапии, который может быть иглоукалывание, и постепенно может все вернуться, все восстановиться. Поэтому, конечно, надо длительно работать. Пора прощаться. Я благодарю всех участников программы. Профессора Вячеслава Борисовича Любовцева, главного врача научного центра восстановительной медицины и курортологии, врача Владимира Кочеткова, медицинского эксперта Радио Свободы профессора Даниила Борисовича Голубева, корреспондентов Радио Свободы Евгения Муслина, Алексея Кузнецова, звукорежиссера Дмитрия Налитова и Марину Сталина, которая любезно принимала ваши звонки. Вела программу Ольга Беклинищева. До свидания. Постарайтесь не болеть. Просто некие правила пользования окружающим миром, правила пользования розетками, правила пользования радио, правила дорожного движения и правила общей любви людей одних к другим. К людям надо хорошо относиться. Увидите кого-то, кто хочет переночевать, позовите его в гости. Увидите человека голодного, накормите его. Увидите человека на трассе, подвезите его автостопом. Увидите человека, который что-нибудь от вас хочет, помогите ему, пожалуйста, помогите другим людям и почувствуйте, что в других городах вас тоже, когда вам будут помогать, вам не будет от этого как-нибудь стыдно или обидно. Мир хороший, и мы можем сделать его еще лучше. На «Эхо Москвы» в Екатеринбурге Антон Кротов, известный путешественник и писатель. Продолжим говорить о передвижении при помощи автостопа сразу после кратких новостей. «Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы». 16 часов 47 минут в Екатеринбурге представляет выпуск торговая компания «Аладдин». Отделочные материалы, напольное покрытие, профессиональная укладка. Гипнотизером, обманувшим жителя Челябинской области на 27 миллионов рублей, грозит 20 лет тюрьмы. Как сообщили Уралполитруф в пресс-службе Генпрокуратуры по Уральскому округу, мошенники действовали под вывеской движения «Аргос». Они размещали в газетах объявления с предложением работы. Когда желающие приходили на собеседование, им предлагали внести денежный взнос за участие в проекте. При этом среди преступников были люди, владеющие гипнозом. Позднее их навыки воздействия на людей подтвердились в результате специальной экспертизы. Жертвами мошенников в результате стали около 500 человек на Южном Урале и в Башкирии. Второй матч на чемпионате Европы по футболу завтра сыграет в Лиссабоне сборная России. Соперником команды Георгия Ярцева будут хозяева турнира португальцы. Для обеих команд предстоящая игра будет решающей. Поражение практически лишит и тех, и других шансов на выход в четвертьфинал. Напрямую транслировать этот матч для болельщиков будут во дворце игровых видов спорта на гигантские экраны, которые там установлены. 12 июня болеть за россиян в ДИС пришли больше 1000 фанатов. Тогда поражение российской команды было воспринято болельщиками без особых эмоций, никаких инцидентов милиция не отметила. Стоит отметить, что до сих пор российская сборная ни разу не встречалась с португальцами, зато советские футболисты 4 играли с командой этой страны. Статистика этих встреч явно на стороне португальской сборной – 3 победы при 1 поражении. Между тем, екатеринбургские букмекеры не ждут крупных ставок на завтрашнюю игру. Пока болельщики предпочитают не рисковать деньгами, сообщили агентству «Новый регион» в одной из букмекерских контор. По словам букмекеров, после проигрыша сборной Англии французам, многие игроки потеряли крупные суммы денег и теперь готовы ставить деньги только на финальные игры чемпионата. Курсы валют на завтрашний день. Доллар стоит 29 рублей 2 копейки, евро 35,02. Плюс 18 градусов в центре Екатеринбурга. Завтра днем плюс 16-18, облачно с прояснениями, временами дождь. Лариса Раздиякова, служба информации, «Эхо Москвы», Екатеринбург, 91,4 FM.
Я напомню, на «Эхо Москвы» в Екатеринбурге Антон Кротов, известный путешественник и писатель. Мы говорим о вольных путешествиях, автостопом, на электричках и так далее. Антон, вот вы рассказали о том, что если соблюдать правила, ничего страшного не будет, доберешься куда хочешь, проблем не возникнет. Да. Вот тем не менее, за те почти уже 15 лет, которые вы занимаетесь вольными путешествиями, какие-то проблемы все-таки бывали? Более серьезные, менее серьезные? Всякие проблемы мелкие, конечно, бывают. Тоже бывают мелкие неполадки даже в радиоприемнике. Вот, можно ноги натереть в самоходном пешем походе, назвать поход, скажем, недавно был пеший поход 100 километров непрерывный за сутки. Ну, это просто пешие походы, чтобы с людьми пообщаться как-то, поболтать друг с другом, подобрать напарника на следующую поездку. У нас 100-километровый поход, там я прошел за 20 часов, ну, конечно, там, бывает, ноги натрешь, нормально, потом там дом пройдет. Также бывают еще какие-то мелкие проблемы. Там зимой бывает холодно, да, на трассе, там 50-градусный мороз, стоишь, костры жгешь. На юге, в Судане, там в глаза этот лезет песок, не видно ничего. Майкл, он глаза наматываешь, тоже ничего не видно. Тоже бывает, ну, куда же мы ехали? На севере, естественно, зимой холодно, на юге, в Африке летом, разумеется, жарко. Вот, так что все это исключительно наш собственный выбор, по большому счету. А таких неразрешимых проблем, конечно, не бывает. Вот, даже могут куда-нибудь там в тюрьму посадить на пару дней, это нормально. Вот, накормят, помоешься там, подождешь, пока все дело правильно разберется. Любая последовательность событий всегда правильна. Если вас по неожиданности, даже по ошибке, куда-то там забрали, в тюрьму, в милицию, пользуйтесь, это время подаренное вам, чтобы обдумать свои какие-то планы на следующую жизнь. Все очень классно, вот, ждите, ваша машина придет. Ведь о случайности никто не застрахован. Вот в Ираке взять, например, вроде уж иракцы обещали безопасность нашим там рабочим, да, и вот, пожалуйста, погибли. Пожалуйста, погибли. Автостопщиков сколько ездили, не погибли. Конечно, если вы ездите в бронированном джипе, не видно, что там такое, внутри белые люди. Любой иракец видит, что это люди-оккупанты, надо их быстренько взорвать или еще что-то с ними сделать, разумеется. Каждый иракец так думает. Тоже если на территории оккупированной России, там, в 42-м году какие-нибудь, скажем, испанцы, не немцы, откроют свое предприятие, будут ездить там в бронированных машинах, там, танках. Конечно, русские партизаны подумают, что это немцы, хрен их знает, гады какие, может их взорвать на всякий случай, будут их взрывать. Разумеется, когда автостопщик едет по Ираку, он не сидит в бронированной европейской машине, обвешанной какими-нибудь там оружием, бомбами или хотя бы с надписью «Охрана». Ведите себя хорошо, все будет здорово, и в Ираке будет хорошо и так далее. Опасность и плод вашего собственного неправильного поведения. Поехали за большой деньгой, поехали, знали, что идете на неприятности, решили, что деньги для вас важнее, пожалуйста. Едьте за тем, чтобы понюхать, почувствовать, пообщаться с людьми, сколько автостопщиков были в Ираке за последние полгода. Пожалуйста, ну максимум, что было, их американцы там в тюрьму сажали некоторое время, потом отпускали, когда определяли, что автостопщики хорошие. Да, в общем, в Ираке у автостопщиков проблем нет. Ну, пока что не подалось. Ну, могут, конечно, временные проблемы, но проблемы эти непостоянные. Ну, если радиослушатели... И не смертельные. Если радиослушатели хотят поехать в Ирак, лучше сначала познакомиться с опытными автостопщиками. То есть сначала поищите нас в интернете, загляните на сайт avp.travel.ru, поищите в Екатеринбурге или в Москве себе разных друзей, с которыми вы поедете свое первое путешествие. После этого, когда вы съедете уже с опытными людьми, можете уже увеличивать радиус действия и передвигаться самостоятельно. Найдите нас, мы всюду есть. Подружитесь, будем ездить друг к другу в гости. То есть, в принципе, на все вопросы можно ответить, найдя нужных людей. Разумеется, найти их не так уж сложно. Найти нас и по интернету, и в городе, и в Екатеринбурге, и в Москве. Очень легко найти. Мы никуда не разбегаемся, ездим с лекциями автостопными. Вот, нам можно тоже в гости приехать. Можете мне позвонить в Москве по телефону 457-89-49. Когда я в Москве есть, вот, загляните в гости. Но там гречневая каша. Я 6 месяцев в году в Москве. Гречневой кашей накормлю с майонезом. Вот, еще какие вопросы зададите, я отвечу. 457-89-49. Антон, банальный вопрос, но тем не менее, мне вот интересно, когда вы путешествуете по странам разным, пересекаете границы, наверное, ведь визы нужно получать в эти страны. Эти проблемы как решаются? Их заранее нужно как-то предусматривать, да, или, ну, уже, да, на местах? Конечно, опять же, визы делаем, заранее узнаем, какие где визы нужны, какие-то визы делаем дома, там, в Москве, какие-то по дороге, в других городах, в других странах. Все это вопросы решаемые, технические вопросы, они все решаются. Если вы не знаете, как решить, спросите, опять же, у знающих людей. Все это просто. Антон, путешествовать автостопом по России и по зарубежью. Вот эти путешествия можно как-то сравнивать, или это все равно две большие разницы? Ну, здесь большая разница, вы знаете русский язык. Это большое ваше преимущество здесь, что вы можете на родном русском языке сказать водителю и послушать, и услышать, что он вам ответит, и послушать его рассказы, разговоры всю дорогу. Это очень большое преимущество. Вы знаете страну. Кроме этого, вам не нужно сюда никакую визу получать, вам не нужно даже загранпаспорт. Ничего практически не нужно, только свободное время и желание. Вот. Поэтому начинайте с путешествий внутри российских, а дальше уже в каждой стране своя специфика. Начинайте с России, потом там
Союз, бывший Союз, потом там другие страны, куда захотите. Можно ли сказать, сколько стоят вот такие вольные путешествия? Есть ли какой-то денежный минимум, которым должен человек располагать, чтобы куда-то там за границу поехать? Ну, денежный минимум, наверное, и ноль, хотя бывает и отрицательный, люди даже с долгами путешествуют. Вот, это совершенно несложно. Главное — иметь свободное время. Чем больше у вас есть времени, тем меньше вам потребуется денег, и наоборот. То есть, если вы дома тратите определенную сумму в месяц, вы столько же будете тратить ее в дороге, если она у вас есть. Когда у вас кончаются деньги, вы переходите на безденежный режим. И все, что вам в дороге приходилось, скажем, приобретать, например, какую-то еду там покупали, там, или что-нибудь в интернет там за деньги ходили, например, вам все это начинает валиться бесплатно, вас зовут домой люди в гости, у которых есть интернет, вас начинает закармливать, и вы уже не знаете, куда деваться от бесплатных благ, за которые вы раньше платили. Но не надо делать из этого принцип и как можно меньше тратить денег, например, или чтобы как можно больше денег откуда-нибудь вытащить, там, выпросить. Не нужно такого делать. То есть, если у вас есть деньги, то отлично. Если у вас нет денег, ничего страшного. Главное — ваше желание. Антон, а что должно быть у путешественника с собой обязательно? Вот есть такие вещи необходимые, предметы, может быть, какие-то? Незаменимые, но очень полезно иметь руки, ноги, мозг головной, паспорт, ручку, бумажку, чтобы записывать какие-то вещи. И, может быть, у вас есть атлас автодорог или хотя бы какая-нибудь карта того места, куда вы направляетесь, чтобы не проскочить нужный поворот. Если у вас есть, например, спальный мешок и большая металлическая кружка, это, наверное, и маленький рюкзачок, наверное, все, что вам будет нужно. Но если у вас слишком много вещей, вам будет с ними трудно передвигаться, так что лучше не добирайте вещей, чем возьмите с собой лишнее. Вопрос, я не знаю, философский, глобальный. Вот мне просто интересно, почему вы этим занимаетесь? Уже 14 лет, да? С 14 лет вы этим начали заниматься. Вот, например, мне всегда интересно, известный путешественник Федор Конюхов. Вот он без конца по этой Атлантике куда-то и на север, и на запад, на восток. Вот у меня нет просто возможности у него спросить, но интересно, зачем он этим занимается? Я думаю, мотивы примерно одни и те же. Я думаю, что разные. То есть сначала как с целью познания путешествия, сейчас именно не только с целью свои какие-то познания сформировать, но и с целью формирования общественного сознания. То есть я сообщаю людям о том, что мир хороший, что люди добрые, что не надо смотреть на мир из-за бронированной какой-нибудь двери или из-за охраняемого какого-нибудь офиса. Мир хороший, выйдите, улыбнитесь людям, хорошо к ним относитесь, рассказывайте о том, что люди в других странах братья вам. Когда вы видите, торгуют на базаре грузины или узбеки, не надо кричать: вот черные нашу страну заполонили. Они прекрасные люди. Бывайте у них в Грузии, бывайте в Армении, в Узбекистане, будьте смотреть другими глазами на людей, чтобы не было расизма, не было такого нацизма: другие люди плохие, мы хорошие. Все люди братья между собой. Любите людей. Об этом я людям рассказываю и на лекциях, об этом пишу в своих книгах. У меня 22 книги. И об этом вы сами почувствуете и это увидите на своем собственном опыте, когда вы захотите отправиться в дорогу. Антон, вот вы говорите, что делитесь своим опытом с людьми, лекции читаете, встречаетесь с ними сегодня в Екатеринбурге. Я знаю тоже, что-то такое будет. Я думаю, если кто-то заинтересовался, вы можете сказать, где вас можно сегодня встретить. Да, сегодня в 18:30 в Уральском университете напротив оперного театра в главном здании будет лекция по автостопу. Вход свободный, так что запомните, в половину 7-го в главном здании университета напротив оперного театра. Приходите, на вахте вас встретят и проведут. Пожалуйста, лекция, посвященная автостопу и вольным путешествиям. Все вам расскажут. Какие вопросы будут, отвечу, фотографии посмотрите, книжки мои и так далее. Так что 7:30 в университете, приходите, буду рад. Антон, последний вопрос. Кто-то нас сейчас слушает, возможно, решится путешествовать. Вот какой-то есть главный совет вот человеку, который действительно готов решиться на этот поступок? Что ему делать? Такому человеку мыться почаще, улыбаться, выходить на дорогу с утра, стараться выглядеть хорошо и довольно, никому не нужны несчастные. Старайтесь верить в то, что ваша машина всегда придет, вы всегда найдете себе место ночлега, и любая последовательность событий всегда правильно. Что бы с вами ни произошло, знайте, что так оно и нужно, и не надо беспокоиться, нервничать и дергаться. Ну и также предупреждайте родителей, если вы еще молод, или детей, куда вы направитесь, зачем, где там, когда, в каком месте вы собираетесь быть, чтобы вас лишний раз не беспокоились и мне не звонили, не теребили ваши родители, там, дети и прочее. Вот, сообщайте родителям своим. Антон, спасибо большое, что пришли к нам. Да, на здоровье, всегда рад. Я напомню, на «Эхо Москвы» в Екатеринбурге был известный писатель и путешественник Антон Кротов. Спасибо еще раз и до свидания. До свидания. Finnegan's Wake. Finnegan lived in Morgan Street, a gentle Irishman, mighty odd. They had a brogue, both rich and sweet, and rise in the world he carried a hod. You see, the sort of a tippler's way, with the love for the liquor for Tim was born. To help a man with his work each day, he did drop at the crater every morn. Watch from the Danas, dance the apartment, whilst the floor your cutter shake. Wasn't it the truth, I tell you, lots of fun at Finnegan's Wake. One morning
sent him got rather full. His head felt heavy, which made him shake. Fell from a ladder and he broke his skull, and they carried him home, his corpse awake. Rolled him up in a nice clean sheet and laid him out upon the bed. A barrel of whiskey at his feet and a barrel of porter at his head. Quack from the dad, out danced the partner, went to Gloria Trotter Shay. Wasn't it the truth they told you, lads, upon that Finnegan's wake? His friends assembled at the wake, and Mrs. Finnegan called for lunch. First she brought in tea and cake and pipes, tobacco and whiskey punch. Biddy O'Brien began to cry, such a nice clean corpse did you ever see? Jim O'Bornion, why did you die? Or how you loved this Paddy McGee? Back from the Dan, how danced to your partner? Well, to Gloria Trotter Shay. Wasn't it the truth they tell you? Lots of fun at Finnegan's wake. Then Maggie O'Connor took up the job. Biddy, she a rum, I'm sure. Biddy gave her a belt in the top and left her sprawling on the floor. Then the war did soon engage, was woman to woman and man to man. Shillelagh law was all the rage, and a row and eruption soon began. Whack from the Dan, out and see a partner, well to floor your trotter shake. Wasn't it the truth they tell you, lots of fun at Finnegan's wake? Mickey Maloney ducked his head when a bucket of whiskey flew at him. It missed and fallen on the bed, the liquor scattered over Tim. Big God, he revives, see how he rises. Tim, as he rising from the bed, said, whittle your whiskey around like blazes. Hunnam and Neal, do you think I'm dead? Whack from the Dan, out danced the partner, well to Gloria Trotter Shay. Wasn't it the truth they told you, lots of fun at Finnegan's wake? And whack from the Dan, out danced the partner, well to Gloria Trotter Shay. Wasn't it the truth they told you, lots of fun at Finnegan's wake? Hollywood's got movie stars and movie czars and cocktail bars and shiny cars and a wonderful climate, they say. But it hasn't got the handy subway train. Под сводами церкви прозвучала музыка, которую исполняли одни из самых знаменитых ныне живущих исполнителей блюзов и джаза. Биби Кинг, Стиви Уондер, Уилли Нелсон, Дэвид Ньюман и Уинтон Марсалис. Прощальное слово в память великого джазмена произнесли киноактер и режиссер Клинт Иствуд и актриса Сесили Тайсон. But it hasn't got the opera in the Met. It hasn't got a famous string quartet. That's why New York's my home. Not a place to visit. New York's my home, sweet home. San Francisco is a lovely place. It's got lots of hills and lots of thrills, and its own an ocean of some size. But it hasn't got the Bowery of the Bronx. It hasn't got a Harlem honky-tonk. That's why New York's my home. It's my favorite city. New York's my home, sweet home. So save your time and trouble. I said, save your railroad fare. I say you better save your time and trouble, brother. Yeah, save your railroad fare. Cause when you leave New York, yes, señor.
И в заключение моего культа личности позвольте вручить вам памятный знак. Отличник BBC. То есть он выпускался, конечно, как отличник ВВС. ВВС. Но наш фан-клуб давно это все уже переименовал. Значок, Леонид Иванович, бронзовый, эмаль. Да. Понимаете? Это не какой-нибудь вам картон. И пятиконечная звезда. И вы имеете отношение, в общем, к авиации некоторые. Вы учились в институте. Поэтому примите от фан-клуба и от нас отличник BBC, редчайшая штука. Большое спасибо. Здесь вы ни за какие деньги большое не спасибо. Не буду говорить жене, что это на самом деле, скажу, вот такой вручили. Да. Она в ужас придет, что это BBC стало, понимаете, с красными звездами значки выпускать. Ну, вполне. Спасибо. Закончив с культами личности и орденами, перейдем к рубрикам к нашим. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели. Ну, не на события, а на, скажем, любопытное наблюдение, но связанное с главным событием недели. Я уверенно говорю главным, потому что, хотя, разумеется, по гамбургскому счету, принятие, скажем, Европейской Конституции дело куда более серьезное, но население, или, во всяком случае, большая, хотя, не знаю, лучшая или часть его, думает в эти дни только о чемпионате Европы по футболу. Визуально самое явное выражение этого – английский флаг, белый, с красным крестом Святого Георгия, который развивается повсюду – в магазинах, в окнах жилых домов, над пабами, везде просто море флагов. И многие энтузиасты прикрепляют этот флаг, а порой даже несколько, к автомобилям. И мчатся, так сказать, на ходу, демонстрируя свой патриотизм. И не имея ни малейшего представления о том, сколько им и окружающей среде это стоит. Танечка, я просто хочу сказать, что вы сказали совершенно правильно. Английский флаг. Да. Но публика будет несколько не британский. Да. Английский, разумеется, флаг. У шотландцев свое, у валитов свое. Георгиевский флаг. Мы много раз вам объясняли. Флаг Святого Георгия. Я ну, сказала? На всякий случай, да-да-да. Тут мне придется перейти к аэродинамике. Я думаю, Леонид Владимирович, как бывший автоинженер, мне в случае надобности, если я что-нибудь не так скажу, потому что я в аэродинамике ничего не понимаю, то он мне поможет. Всем известно, что если в машине открыты окна, она пожирает больше бензина. Но никому до сих пор не приходило в голову, что такой же эффект оказывает и маленький легкий флажок. Это научное открытие было сделано совершенно случайно. Сделал его некий Питер Стивенс, один из самых знаменитых дизайнеров автомобилей. Он, в частности, спроектировал автомобиль McLaren F1, до сих пор самый быстрый в мире. И вот он занимался всякими разными научными изысканиями в аэродинамической трубе. И то ли от скуки, то ли уж не знаю зачем, прикрепил флаг к ультрасекретной модели машины, на которой он сейчас работает. И к своему собственному изумлению убедился, что флаг даже, так сказать, вреднее для машины, чем два открытых окна. Может быть, потому что он развивается на ветру. Конечно. Во всяком случае, прикрепление флага приводит к потере 4 лошадиных сил, то есть примерно 2% мощности двигателя. Иными словами, двигатель должен работать сильнее, чтобы поддерживать ту же скорость. Отчего, разумеется, растет потребление горючего. А ведь некоторые, особо реальные патриоты, прикрепляют к машине по 2, а то и по 4 флага. Уже подсчитано, что за все время чемпионата впустую будет израсходовано порядка 20 миллионов литров бензина. В скобках замечу, что это только в Англии. А может быть, в Шотландии, Уэльсе, на континенте кто-нибудь проявляет свой патриотизм аналогичным образом, не знаю. Значит, больше уходит в атмосферу выхлопных газов,
больше денег расходуют наши патриоты-болельщики, когда заливают бензин. И единственный, кого это наблюдение должно порадовать, это наш министр финансов Гордон Браун. Ибо 3/4 цены на бензин в Англии – это налог. И казна получит дополнительно почти 15 миллионов фунтов. Конечно, для британского бюджета это деньги скромные, но, как пел Галич, тоже зря не валяются. Ну и в качестве подскриптума можно заметить, что после поражения английской команды в матче с Францией массу флагов болельщики выбросили, они просто валялись в канавах. Так что, может быть, защитникам окружающей среды надо забыть о патриотизме и молиться не о выигрыше, а о проигрыше. И как можно скорее. Ну, вы знаете, они сейчас опять поднялись. Я сегодня с изумлением увидел лондонское такси. Да, конечно, масса такси. Как бы официальный автомобиль с двумя здоровенными георгиевскими флагами. А это после победы уже над Швейцарией. Да. Вы знаете, господа, 4 лошадиных силы – это 20 человек. Потому что у человека 0,2 лошадиной силы. Это во-первых. А во-вторых, эти все флаги, один человек какой-то предприимчивый ввез несколько контейнеров, 3 миллиона флагов закупил в Китае. Я не знала. И сразу миллионером стал, в одночасье. Ну, раз мы говорим о лошадях, я хотела сегодня об этом рассказать, но просто уже не могла удержаться, потому что футбол. Но я, может быть, еще расскажу, в Уэльсе на прошлой неделе было соревнование, я не выяснила подробности, что-то невероятное, между лошадьми и людьми, вы знаете? Оно проходит уже 25-й раз, и всегда они бегут. Сколько-то дней, примерно 2 часа, в общем, бегут, 20 миль с чем-то. Кажется. И всегда выигрывали лошади. Неудивительно. А в этом году выиграл человек. Вот я вам в следующий раз расскажу. Ну, индейцы же ведь, те самые настоящие коренные, они загоняли оленя. Но тут за ним двое. Правильно, но у них-то был другой образ жизни, а тут валиец, который к тому же что-то вроде компьютерщик. То есть он сидит целыми днями, а не бегает. Он очень удивился сам и сказал, что, наверное, у него природный талант. Спасибо, Танечка. Юбилейные и памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович. 19 апреля 1934 года, 70 лет назад, Москва встречала челюскинцев, спасенных после гибели ледокольного парохода «Челюскин» во льдах Чукотского моря. Их сняли со льдины и вывезли полярные летчики на одномоторных бипланах Р-5. Погиб всего один человек, и то не при спасательной операции, а при высадке на лед. Спасение челюскинцев было поистине геройским подвигом. Они ехали по улицам Москвы в открытых линкольнах, и их забрасывали цветами с балконов. Во знаменование этого события было установлено высшее почетное звание Герой Советского Союза, которое получили летчики Лепедевский, Ливаневский, Водопьянов, Каманин и Молоков. О челюскинцах был сделан фильм. Все прекрасно? Да, но... Вот выдержки из постановления Политбюро, разумеется, не опубликованного. Больше отразить внутреннюю жизнь лагеря Шмидта на льду, в частности, роль партийной группы, а также женщин. Выпуклее дать представление о совокупности мер по организации помощи Москвы лагерю Шмидта. После внесения указанных исправлений представить картину Челюскин на просмотр комиссии ЦК и только после ее утверждения пустить кинофильм в кинотеатры. Да, Танечка? Я хотела спросить, Леонид Ильич, вы, наверное, помните. Я помню, потому что мои родители мне это пели, когда я была совсем маленькая. Была такая замечательная блатная песня. Шмидт сидит на льдине, словно на малине. И качает длинной бородой. Если бы не Мишка, Мишка Водопьянов, быть давно бы Шмидтом под водой. Вы не помните, что было дальше? Было. Но я не очень на это обращал внимание, я просто помню, как челюскинцы ехали по Москве. Я понимаю, но в то время, видимо, пели эту песню. Нет, в это время не пели песню. Нет, в это время нет. А откуда бы мои родители ее знали? Потом уж точно не пели. Потом сложили. Леонид Ильич, а Кренкель был частью этой экспедиции? Нет. Кренкель, это же папанинцы. Это челюскинцы? Папанинцы, они были позже, да. Они были позже. Вот. Кренкель уже был полярником. Он был на ледоколе, не ледоколе, а тоже пароходе «Сибиряков», который еще до Челюскина прошел Северный морской путь в одну навигацию. И есть очень хорошая книга о этом рейсе Сибирякова, который
под конец уже потерял ход и на черных парусах. Сделали паруса из какой-то парусины на борту. И на черных парусах он добрался. А череп и кости не нарисовали? Нет. Да, да, у меня, да, по-моему, отец был на Серебряковой, на рядом моряком совсем. Нет. Серебряков, у, да, нас есть какие-то совершенно тусклые фотографии, потому что не знаю, что за пленка они пользовались тогда. Но там еле-еле видно, черное от белого. 20 июня 1789 года, 215 лет назад, король Франции Людовик XVI решил явочным порядком закрыть парламент, Генеральные Штаты. Увидев закрытые двери, депутаты собрались на теннисном корте по соседству. Видите, теннисные корты тогда были. Они, кстати, появились во Франции раньше всех. Собрались на теннисном корте по соседству и поклялись не прерывать и не откладывать работу до тех пор, пока не выработают конституцию страны. Национальный праздник, день взятия Бастилии, отмечается во Франции 14 июля. Но историки отсчитывают даты революции именно с 20 июня. 20 июня 1934 года, 70 лет назад, родился Юрий Висбор, поэт, исполнитель собственных песен и журналист. Ему принадлежит песня «Сижу я как-то, братцы, с африканцем», со знаменитым припевом «Зато мы делаем ракеты». И покорили Енисей. Перекрыли. А также в области... И перекрыли? Перекрыли. Да, ну, может быть. Точно. Перекрыли. А также в области балета мы впереди планеты всей. Юрий Висбор, к сожалению, скончался в возрасте 50 лет. 20 июня 1939 года, 65 лет назад, по приезде из Москвы в Ленинград, был арестован и в 40-м году убит режиссер-новатор Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Театр, которым он руководил, был закрыт еще раньше, в 1938 году, за формалистические ухищрения. Здание, которое строилось в Москве для театра, превратили в концертный зал имени Чайковского. После ареста Мейерхольда была зверски убита в собственной квартире и его жена, актриса Зинаида Райх. 22 июня 1829 года, 175 лет назад, в России был найден первый алмаз. Найден не в Сибири, не в Якутии, ныне Республике Саха, а на Урале. Находка имела громадное значение, ибо подтолкнула к дальнейшим поискам алмазов и, в конце концов, к регулярной их добыче. А с 1960 года синтетические промышленные алмазы неювелирного качества выпускают в нескольких странах, в том числе и в России. 24 июня 1789 года, 215 лет назад, родился литератор Фаддей Булгарин в семье польского шляхтича. Фаддей – это видоизменение польского Тадеуш. После кадетского корпуса служил в Уланском полку, участвовал в военных действиях, но в 1811 году в чине подпоручика был уволен из армии с формулировкой «по худой аттестации в кондуитных списках». Потом много писал в газетах и журналах, но до 1820 года только по-польски. С 1825 года и до конца жизни, до 1859 года, издавал вместе с Гречем газету «Северная пчела». До восстания декабристов в газете публиковались Крылов, Рылеев и даже Пушкин. Но после декабря...